А знаете ли вы, что первый белорусский зоопарк появился в начале прошлого века в прекрасном городе Гродно? Он существует и сегодня и может по праву называться самым старым зоопарком в нашей стране. В далеком 1926 году он начинался с небольшого учебного ботанического сада и был заложен по инициативе преподавателя гимназии Яна Кахановского. Буквально за пару лет своего существования коллекция его растений достигла более 800 экземпляров. И все это силами преподавателей и учащихся гимназии, членов кружка любителей природы. Позднее для углубления знаний гимназистов по зоологии открылось два новых отдела, один из которых занимался содержанием и разведением животных. Первоначально там имелось 17 видов животных местной фауны. Уже не ботанический, а биологический сад рос, пополнялся новыми животными и через несколько лет получил от города новую площадку, территорию бывшего велотрека, а также новое название – Гродненский зоологический сад. К 1936 году здесь насчитывалось уже около 400 экспонатов. После воссоединения белорусских земель в сентябре 1939-го зоосад переходит под опеку государства и становится настоящим просветительским и культурным центром города, имеющим большую популярность у посетителей. Трагические события происходили здесь во время Великой Отечественной войны. Здания, принадлежавшие саду, взорвали, часть животных фашисты расстреляли, часть угнали в зоопарк в Кёнигсберге. Существует даже легенда, связанная с теми событиями, когда увозили отсюда животных, среди которых был зубр, у него текли слезы. Подтвердить это или опровергнуть сегодня не представляется возможным, но легенду о плачущем зубре в зоопарке рассказывают и сейчас. После войны зоопарк пришлось строить практически с нуля. В 1945 году его коллекцию составляли всего 5 животных. Но постепенно, год за годом, вместе с восстановлением страны, шло и восстановление зоопарка. Сейчас он содержит более 320 видов животных, 17 из которых внесены в Красную книгу Беларуси, а его территория занимает порядка 5 гектаров. Кроме того, вместе с областным комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов зоопарк занимается еще спасением диких животных, берет их на лечение и реабилитацию. Есть тут и контактный зоопарк, так полюбившийся многим, где каждый посетитель может поближе познакомиться с его обитателями, покормить и погладить животных. Давайте и дальше открывать для себя интересные места в нашей родной Беларуси.